Так что ничего неожиданного нет в этих весах 85 и 95. И 90, простите. Что касается европейских рекордов, то они в рывке и в сумме принадлежат Нурчан Тайлан. Это 97 килограммов. Именно столько зафиксировал Нурчан Тайлан на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. И в Европе, соответственно, этот показатель не побит. А вот ее рекорд во втором движении пал. Как раз Сибил Оскан, другая турчанка, в 2009 году, то есть в этом вот в прошедшем сезоне на чемпионате мира в Корее, она его, этот рекорд побила. 117 килограммов. Ну а Нурчан Тайлан до сих пор владеет лучшей суммой в Европе — 210 килограммов. До этих высот на нашем континенте никто никогда не добирался. Видите, как четко и этот вес фиксирует Нурчан Тайлан. Что касается Сибил Оскан, то мы ее увидим в более тяжелой весовой категории. Здесь никуда она не делась. Она вовсю в строю и уже завтра будет выступать. Конечно же, мировые рекорды гораздо выше. Китаянки Янг Лиан и Чен Ксякся владеют, соответственно, Янг Лиан — это 98 килограммов и 217 в сумме, на 7 килограммов больше, чем европейский рекорд Нурчан Тайлан. Ну а Чен Ксякся толкала 120 килограммов.